Он сказал, что не намерен больше ждать. Если я с ним не пересплю, он от меня уйдет. Начальник поставил ультиматум. Или подделка документов, или увольнение. В новой компании все курят траву. Я что, одна не буду курить? Иногда мы, боясь потерять что-либо, идем на такие вещи, которые противоречат нашим убеждениям, идут вразрез нашим желаниям и не отображают нашу сущность. А в итоге начинаем терять себя. Мне нравится думать, что я особенная, что такой, как я, не было и никогда не будет. Осознавать свою уникальность приятно. Тогда зачем же давать внешнему миру вырезать нас под трафарет? Я верю, что Бог создал каждого из нас свободным. Ты выбираешь, последовать за кем-то или принять собственное решение. Я думаю, каждому из нас когда-либо приходилось идти на компромисс с совестью. В комментариях под этим видео напиши мне свою историю об этом. Возможно, твой опыт поможет кому-то еще.